Всем привет, дорогие друзья! И в данном видео я вам расскажу и покажу новинку четвертого каталога — губную помаду из серии Рената. В данной серии у нас представлено 10 великолепных оттенков с глянцевым эффектом. Помада придает губам объем и глянцевое сияние, мягко ложится на кожу и питает ее без жирности и липкой пленки. Ну а далее подробно о каждом оттенке. Итак, первый оттенок, который у нас представлен в каталоге, это оттеночек 4032, многогранный коралловый. Вот пробничек. Смотрите. Сам оттенок более такой насыщенно морковного цвета, ближе к красную сторону, да, похож сам на паломатовую губную помаду «Бархатный сезон», даже немного напоминает ее текстуру. На губки ложится губная помада хорошо, оттенок очень яркий и насыщенный. Следующий оттенок — это оттенок 400-300, колоритный вишневый, да, вот такой вот он у нас отличается. Данный оттенок очень сочный, яркий и больше похож на руке, не знаю, как вам камера передает, на клюквенный такой оттенок, чем на вишневый. Давайте сравним как в каталоге. Можно и первые оттеночки, и второй заметить. Немного, конечно, отличаются, чем у нас представлено. Так, следующий оттеночек у нас 40-296, изящный ягодный. Такой вот у нас на руке. Оттеночек темный, коричневатый, в ягодную сторону. Вот как у нас он в каталоге. На руке он намного светлее, чем представлен в каталоге. Следующий оттенок — это 40-294, это наш запоминающий персиковый. Оттенок очень красивый, напоминает оттенок 44-106 из коллекции модельер цвета. Тон, конечно, немного темнее, чем в каталоге, да, но сам по себе цвет очень теплый. Следующий оттеночек — это 40-293, выдающийся розовый. Вот такой вот оттенок, очень яркий такой, идеально подойдет, мне кажется, на лето для девушек загоревших. Да, смотрите, совершенно два разных оттенка. Так, следующий оттеночек — это у нас 40-292, изурядный каштановый. Сейчас посмотрим, как он на руке. Вот как у нас на ручке. Каштановый такой яркий оттенок. Этот оттенок не сильно отличается, чем в каталоге. Наверное, самый больше приближенный оттенок. Так. Итак, следующий оттеночек — это 40-291, бесподобный сиреневый. А
оттенок очень красивый, лиловый, чем-то напоминает оттенок 46-44 из стойких губных помад. Но текстура у данных губных помад больше похожа на сатиновые. Вот как у нас этот оттеночек в каталоге представлен. Да. Следующий оттенок это 40-174, эффектный розовый. Действительно розовый, яркий розовый оттенок. Смотрите, как отличается от 40-293 и 40-174. Видите оттеночки? Но сам оттенок безумно красивый, смотрите. Думаю, на весну девушкам очень понравится. Так, следующий оттеночек это 40-172. У нас экспрессивный красный. Вот. Действительно яркий красный оттенок. Губная помада ложится очень хорошо. Немножко по текстуре жирненькая.